Ну, положительно, однозначно я могу отметить, что создан ресурсный центр по поддержке добровольчества в чрезвычайных ситуациях в городе Тверь. Уже достаточно большое количество добровольцев прошли подготовку, там более 1000 человек. Вчера посещал этот ресурсный центр, мы с коллегами смотрели, как это все происходит, нам рассказывали, показывали. То есть хочется отметить, что качество услуг, которые оказывает этот центр, достаточно на высоком уровне. Вчера также там был круглый стол, куда пришли заинтересованные лица, и было очень живое общение. То есть хочу отметить, что действительно молодежи и развитию культуры безопасности в молодежной среде в Тверской области уделяется большое внимание. Вот. Нас, как организацию, которая уже 19 лет этим занимается в нашей стране, это не может не радовать. Я надеюсь, что наше плотное взаимодействие с правительством Тверской области даст свои результаты положительные. А как Тверская область на фоне других регионов смотрится, на ваш взгляд? Ну, на фоне всех регионов страны рассматривать ее тяжело. На фоне, скажем так, регионов Центрального федерального округа занимает по молодежной политике в нашей области, да, в области культуры безопасности, где-то в середине. То есть точно могу сказать, что не в отстающих.